Всем привет, с вами Ярославна Громакина, и сегодня я расскажу, как вы можете монетизировать свою группу ВКонтакте с помощью приложения «Цели». Итак, допустим, у вас есть какая-то группа, ну, зайдем в мою тренировочную группу, и у вас есть цель собрать деньги на что-либо. Вы заходите в управление, вам нужно добавить приложение. Приложение ищем. Нам нужно приложение, которое называется «Цель». Так. Вот оно, «Цели виджет». Создайте проект и собирайте деньги на их поддержку. Делаете «Добавить». Сюда. «Добавить». Все. Теперь вы заходите опять в свою группу. Управление, приложение. Ну вот у нас добавилось приложение сообщества «Цели». Нам нужно перейти к настройкам в приложении. Приложение «Цели» помогает собрать деньги на поддержку проекта или исполнение вашей мечты. Для сбора средств к приложению одновременно можно подключить три платежные системы. Я обычно подключаю ВКП, Яндекс.Деньги. Cloud Payments вы не сможете подключить, если вы не юрлицо. Я, например, не юрлицо, и я не могу его подключить. Вот так вот будет выглядеть, допустим, к примеру, ваш макет. Ваша цель. Так, щелкайте «Создать цель». У вас пока нет запущенных проектов, создайте проект и расскажите о своей цели. Щелкайте «Создать проект». Например, вы хотите создать проект какой? Сейчас у меня начинается социальный проект «Материнство в кадре», где мы предоставляем абсолютно бесплатно фотосессию для беременных. Я готова лично взять 150 человек. Например, другие фотографы могут попросить, ну, сколько за такую фотосессию будет, ну, например, 2000 рублей, допустим, название проекта напишем. Требуемая сумма, допустим, чтобы кто-то взял еще 2000 рублей, он согласится взять. Дата окончания тут стоит, к примеру, 25 сентября, вы можете изменить, ну, поставим пока не важно. Ну, или давайте изменим на какой-нибудь, чтобы вы поняли, как отменять вообще. Например, на 8 сентября. Текст на кнопке, который будет отображаться платин, также напишем «Поддержать». Далее. О проекте добавьте, что вы значит о проекте, о проекте. Введите текст, введите текст. Бесплатно. Бесплатно. Сессия для беременных и находящихся в трудной финансовой ситуации. Так, добавить фото. Добавляете фото, например, какое-нибудь фото. Прям. Ну, вот это, например, да? Можете добавить видео, если у вас есть. Так же сам. Жмем далее. Вознаграждение. Что такое вознаграждение? Если люди пополняют, да, вот вам надо набрать 2000. Кто-то 100 рублей получит, что-то 50, кто-то, может быть, там 1000 даст, да. Вот тем, кто, допустим, готов дать 1000 рублей сразу, вы можете им предложить какое-то за это вознаграждение. Название вознаграждения, например, стань участницей. То есть тот, кто положит сразу 1000 рублей, он может стать участницей, да, проекта. Либо, если это, допустим, мужчина или там друг семьи пополняет, он указывает фамилию, имя, отчество, допустим, беременной женщине, которую он хочет подарить. Вот, допустим, он вот 1000 напишем, положил. И стань участницей. Описание. Напиши свои данные, ты обязательно попадешь в проект, да? Добавить. Загрузить.
просят фотографию, ну, можно другой какой-нибудь, вот, с животом. Так, добавить. Угу. Нормально? Нормально. Далее. Обложка. Можно выбрать обычный фон, можно сделать черный фон, можно сделать на своем каком-то фоне. Я сейчас покажу. Загрузить фон, щелкайте. Он должен быть горизонтальный. Вот. Видите, вот, если так делать, ничего не видно, что написано. Поэтому можно сделать вот так. Так лучше видно, да? Щелкаем далее. Вам нужно будет подключить платежи. Вот. Включить ВКП. Узнать о том, что такое ВКП, можно в этой статье увидеть денежные переводы. Посмотрим, включено, включено на меня, да, Мирослава Громакина, сохранить. Все. Окей. Так. Ой, пардон. Так, кто будет получать? Ну, это все есть уже. И Яндекс.Деньги. Сделаем включено, номер кошелька. Вот он. В общем, здесь подключаете, вводите свой номер Яндекс кошелька. Я не буду вводить для вас. Сумма по умолчанию 100 рублей у меня стоит. Как вы его настраиваете? Значит, открываете свой Яндекс кошелек, да? Здесь заходите в настройки, там пишете свой номер. Затем там есть настройки, все остальное, уведомления подключить. Когда зайдете туда, там такая появится адресная строка, вот наподобие такой. В нее вставляете вот этот адрес, поставьте галочку «Отправлять уведомления». Нажмите «Показать секрет», там выйдет такой вот номер, вот как сейчас я вот здесь вам показала. Вставляете сюда секрет и сохранять, запустить проект. Мы Яндекс тогда здесь не подключаем. Еще можете подключить вот Cloud Payments, но можно подключить только если вы юридическое лицо. Так, мы пишем запустить проект, да? Запустить проект. Там, допустим, подтвердить. Вот. Расскажите о нем подписчикам, опубликовав запись на стене сообщества. Мы делаем опубликовать. Если вы делаете просто друзья и подписчики, то оно появится на вашей стене. Угу. Если именно подписчики сообщества, то тогда вы выберете нужное сообщество. Вот. Интернет-грамотность, допустим, да? Добавить изображение, экспорт Twitter, вот, отправить. Заходите на свой, значит, блог. У вас появилась вот эта фотография. Заходите открыть. Ну, можно поддержать. Все, поделиться, да? Вот, в принципе, и все. Когда будет все заполнено, вам будут приходить оповещения, вы можете создавать новые проекты. Кому подойдет такое приложение виджета, как цели? Например, если вы музыкант, вам нужно снять новый клип, да, на съемке клипа. Если вы фотограф и хотите накопить, не знаю, на новую камеру. Если вы проводите какую-то волонтерскую деятельность, и вам нужны небольшие средства на реализацию проекта. Виджет цели можно добавить только в группу, в имеющуюся группу, где вы администратор. У меня все, с вами была Ярослава Громакина. Если вам понравилось этот материал, то поддержите меня лайком, комментарием, подпишитесь на канал. Всем пока!